Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Lexus RX. Ремонт передан. Итак, ремонт верхней части лонжерона. Ее буду менять: капот, бампер, фару, левое переднее крыло и левая передняя дверь тоже заменим. Разбираю. Перед машиной разобран, я приступаю к ремонту. Первым делом сделаю необходимые мне измерения диагонали стаканов амортизатора, диагонали лонжеронов и высоту этих элементов. Так как левый стакан сдвинут вправо, вытягиваю до нужного размера и затем удаляю поврежденный металл. Все помятое я удалил. Теперь разберу деталь донора. Возьму только то, что мне надо. Примеряю взятую с донора деталь. Еще раз измерил диагонали стакана и выяснил, что он еще немного не дотянут. Дотягиваю его. Теперь все норм, свариваю. Привариваю деталь от донора и затем крашу замененную часть. Теперь собираю остальные части переда.
Работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Ну что, машина ко мне вернулась уже покрашенной. Собираю ее. Ремонт этого Lexus закончен. На ремонт ушло 8 дней. 4 дня работа с металлом и 4 дня покраска. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!